За гибель 8-летнего ребенка водитель джипа проведет 2,5 года в колонии-поселении. Такой приговор вынес Саракташский районный суд. Об этом мы рассказывали в рубрике «Ориентировка». 15 июня прошлого года внук руководителя крупного сельхозпредприятия села Петровское Саракташского района Чернышов, управляя китайским внедорожником, наехал на ребенка. Мальчик ехал на багажнике велосипеда, упал и не успел уйти вовремя с проезжей части. Смерть наступила на месте. В качестве дополнительного наказания суд лишил автомобилиста водительских прав на 2,5 года. Однако осужденный свою вину не признал, а от дачи показаний отказался. У сторон еще есть время обжаловать приговор.